дело в том, что ты станешь мамой, станешь мамой первый раз, и я всегда с тобой буду рядом, как сейчас. А дело в том, что ты станешь папой первый раз, я всегда с тобой буду рядом, как сейчас. Ничто не делает женщину более прекрасной, чем беременность. Все меняется, и взгляд, и осанка. В глазах появляется особый блеск. Она радуется, расцветает в ожидании своего маленького чуда. Каждый год в 3-е воскресенье ноября миллионы женщин получают поздравления. Ведь это особый день, День матери. И в этом году в Воронеже впервые организовали для будущих мам фестиваль с очень теплым и добрым названием «Мама Пузики». Ключевым событием фестиваля стал конкурс красоты «Я буду мамой». Поучаствовать отважились 7 самых активных будущих мам Воронежа, а поддерживали их и помогали победить мужья и дети. Выполняя первое задание, нужно было поделиться секретами женского счастья. Это было что-то вроде визитной карточки. Участницы рассказывали о себе, о том, кем хотели стать и как познакомились с мужьями. И мы поженились, а еще через 2 года мы узнали, что скоро у нас появится малыш. Были на 7-м небе от счастья. И я вообще считаю, что счастье существует тогда, когда его можно с кем-то разделить. Но, наверное, делить здесь неправильное слово, правильное будет слово приумножать. Поэтому мой секрет семейного счастья выглядит так. Формула даже, можно сказать. Вот здесь вот огромный плюс. Скобочки. И вот оно счастье. Майлик. Здесь множитель. Вот, собственно, выглядит так. Когда я познакомилась с Артемом, там поженились, моего счастья в жизни стало в 2 раза больше. Теперь, после появления малыша, счастье у нас станет в 3 раза больше. Второе задание было творческое, и будущие мамы всех приятно удивили. Наталья, на протяжении нескольких сезонов вы организовывали чемпионат ползунков, а теперь на фестивале беременных и сами в интересном положении. Это совпадение? Ну, честно говоря, это совершенная случайность, но данный фестиваль, он задумывался давно, и потом вот так получилось, что еще и я попала в такое положение, вот поэтому, ну, наверное, замечательно, что вот такие мероприятия проходят, но это совпадение, это не случайность, это не специально, не продумывалось. А что для вас значит быть мамой? Быть мамой – это, во-первых, большая ответственность, ну и, наверное, это мечта каждой женщины, каждой девушки, да, это и гармония своя полностью, да, и любовь к детям, ну и вообще, в принципе, быть мамой, наверное, самое замечательное, что можно было придумать. Сегодня член жюри, так как являюсь многодетным папой, отцом 3 сыновей. Расскажите о своих впечатлениях от конкурса. Ну, вообще, я впервые на подобном мероприятии, и я не ожидал такого именно активного участия от конкурсанток. Они большие молодцы, и очень здоровское мероприятие, неформальное, абсолютно творческое, интересное, и я думаю, никто не пожалел, что сегодня здесь принял участие и посмотрел на это.
По итогам всех этапов королевой конкурса красоты «Я буду мамой» стала Елена Дворцевая. Королеву буду мамой! Это Дворцевая Елена! Аплодисменты, конечно! Почему решили принять участие в конкурсе? Ну, потому что очень хотелось победить, наверное. Даже не знаю. Не знаю. Люблю всякие конкурсы, наверное, скорее всего. А расскажите, как готовились? Помогали все. И родные самые, и друзья. Совместными усилиями, наверное. А это ваш не первый ребенок, да? Третий. А кто больше волнуется, вы или муж? Наверное, я, мне кажется.